Высота этой мачты освещения ровно 25 метров. Аналогов такому оборудованию в Хабаровске нет. Оно позволит заниматься спортом на этом стадионе практически круглосуточно. В поселке Горького, который дал для Хабаровска ни одного мастера спорта, и сегодня готовятся будущие чемпионы. Правда, в зимнее время года из-за ранних закатов время тренировок ограничено. Вот у нас секция занимается сегодня хоккей с мячом, ребята, да? 5 часов, 6 часов уже темно, приходится уходить. Теперь тренироваться на стадионе можно будет и после захода солнца. Установка такого осветительного оборудования – это первый опыт подобной работы в Хабаровске. Самое сложное – поднять и развернуть мачту. Это ювелирная работа. Такого типа световые мачты мы ставим в Хабаровске впервые. Все строительные работы на стадионе в поселке Горького завершатся уже в этом году. Торжественное открытие планируется провести в мае, на День города. Сергей Щербаков, Евгений Власов. Смотри Хабаровск.